областном центре реабилитации «Родник» проходит конкурс чтецов по системе Брайля. Задание 2 – это непосредственно чтение письмо о том, насколько хорошо тюменские инвалиды владеют методикой. Нашим корреспондентам рассказала председатель Тюменской организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова. Сам по себе рельефно-точечный шрифт Брайля – это уникальный шрифт, и им пользуются слепые всего мира. Единственный шрифт, по которому они могут обмениваться, своего рода такой язык международный среди слепых. Научиться пользоваться Брайлем, читать Брайлем сейчас есть все возможности. Но, во-первых, в наших местных организациях, в структурных подразделениях, практически во всех работают клубы, где можно изучить Брайль. Кроме того, у нас коррекционная школа 76-86, в Тюмени тоже изучают Брайль, Елутеровская школа изучает Брайль. Поэтому было бы желание, мы всегда это поддерживаем и пропагандируем. Поэтому в настоящее время я бы сказала, что Брайль вызывает такой интерес. И у нас есть такая задумочка, традиционный Брайль 8 конкурс. Но мы хотим проводить у нас в Тюмени всероссийский конкурс брайлистов. Мы планируем это сделать в 2018 году. Сейчас молодежь использует еще и дисплеи по Брайлю, и компьютерные технологии, когда текст в звуковом варианте. Только система Брайля обеспечит грамотность слепому. Никакие другие технологии грамотность не обеспечат.